Всем привет, друзья! Вы снова на моем канале Тимур Майнкрафт. И сегодня я на ваших глазах отправлю селянина в космос. Только для начала надо построить ракетку. Для начала вам надо поставить 5 абсолютно любых блока. Например, у меня это красный кирпич из Нижнего мира, то есть из ада. Кстати, ребята, кто был в Нижнем мире или в аду, ставьте лайк. Ставим наблюдатель таким образом, чтобы его красный огонек смотрел вверх, к небу, к солнцу. Кстати, на солнце он уже не попадает. И теперь мы к этому наблюдателю подводим слизевые блоки. Теперь окружаем этот наблюдатель слизевыми блоками и ставим липкий поршень. Теперь мы на липкий поршень ставим 2 слизевых блока. И теперь мы должны поставить наблюдатель таким образом, чтобы его красный огонек смотрел вниз. И липкие поршни точно так же должны смотреть вниз, как и наблюдатель. Ну все, ребята, ракетка готова. Осталось только поставить селянина. Только, ребята, я сейчас выберу профессию. Ну что, ребята, вот я выбрал профессию жительнику. То есть селянину. Это у нас дроник. Кстати, ребята, у него очки, как у пилота. Ну что, ребята, запуск ракеты готов. Ломаем кирпич из Нижнего мира. Все, ребята, теперь наш броник отправляется в космос. Все, мы теперь больше никогда его не увидим. Мы его увидим только на 256 высоте. Кстати, ребята, вы видите? Там пирамида закопана, вот она обведена кружочком. Нет, броник, я не хочу с тобой в космос. Я лучше попрощаюсь с ребятами. Ну что, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе моих новых видео. А с вами был Тимур. Всем пока!